Одинцовская госавтоинспекция усилила меры контроля за водителями, допускающими управление транспортом в нетрезвом состоянии. В целях выявления и пресечения подобных фактов инспекторы провели профилактический рейд. За минувшие выходные дни были выявлены 4 водителя, оказавшихся в нетрезвом виде. 5 отказались от прохождения медицинского освидетельствования. 2 водителя были привлечены к уголовной ответственности за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.